Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня я покажу вам свою тепличку. Посмотрим, как растут у нас помидоры и огурчики. Идемте в тепличку. Вот такие у нас помидоры. Значит, вот хочу вам рассказать, как мы их выращиваем. Значит, живем мы на Южном Урале. Высота, на которой мы живем над уровнем моря, свыше 500 метров. Значит, климат у нас суровый. Но все-таки вот мы стараемся и выращиваем помидоры. Значит, как мы их сажаем? Значит, сажаем мы их в начале марта. В конце апреля мы их перенесли в теплицу. Значит, в ведерочках поставили и сверху поставили дуги и накрыли нетканым полотном от морозов. Потому что у нас морозы, 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 морозы. И вот, значит, так они у нас были. И в начале мая мы их высадили в грунт. И вот сейчас они у нас вот такие. Видите? Вот даже краснеют. Первый красный помидорку мы сорвали 15 июня. И вот они у нас потихоньку поспевают. Вот первые покраснели у нас помидорки черри. Вот такие вот. Приятно, конечно, вырастить помидоры в таком климате, как у нас. Ну вот, радует нас. Не зря мы вложили такой труд, ухаживали, каждый вечер укрывали еще поверх, значит, пленкой еще укрывали, от морозов спасали. Вот такие. Вот такой вот богатырский зреет. Ну вот так вот, друзья мои, собственно говоря, секрета выращивания помидоров в суровом климате Урала никакого нету. Просто надо рано сажать, ухаживать и спасать от морозов. И все получится. Кстати, вот некоторые, смотрю, ставят обогреватели, но я противник этого, никаких я обогревателей не ставлю. Вот, как я сказал, ставим дуги сверху нетканым полотном, еще пленкой укрываем на случай морозов, когда заморозки. А так вот, растут. Такие наши помидорки. А это вот наши огурчики. Вот такие они у нас сейчас. Но уже вот первые есть. Вот такой вот большой. Там он еще один. Какие поспевают томаты на Урале, помидорчики. Ну вот, друзья мои, показал я вам наши помидорчики,
огурчики, выращивайте, не бойтесь, все получится. Ну, всем пока, всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока. Берегите себя и своих близких.